То есть мы предлагаем руку и сердце. Хорошо. Да, давай нож обратно мне. Так, сердечко нужно положить в баночку. Баночка с сердечком, баночка с землицей. Было это уже такое, нет, лишку вот сюда. Это было в «Пираты Карибского моря». Канале, всем привет, с вами Бояра, продолжаем Rusty Lake Paradox. Итак, в этой серии у нас что, мы забрались уже во вторую часть, тут все изменилось, нам сказали, какой номер я не помню, нам сказали номер телевизора, посмотреть надо, это 945. Пока мы к телевизору идем, не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать, и обязательно поехали, короче, 945, да, я кстати, показываю, кто еще не знает, вот здесь вот, да, циферки у нас от телевизора, 945. Зомбоящики, конечно, такое себе, но в Rusty Lake это надо. Углубись свой разум. Это мистер Ворон. Посмотри на картину. And burn your soul. И сожги свою душу. Надо прожечь сигарой, видимо, эту в зеркале. Ой, в каком зеркале? Ты будешь курить, кстати? В тот раз он просто курил и показал нам эти всякие... забавные штучки. Так, вот это можно как-то поднять. Вот нужно прожечь, я так понимаю, вот эту штучку. Ну да. А и ключи, конечно же, ключи. Как бы это от большого серванта, от большого шкафа. Ключ вот здесь вот, да. Все логично, все. И нож сразу появился, чтобы, соответственно, разрезать рыбу, которую у нас в шкафу, я про нее помню. Это на картинку. Дейл Вандермер, детектив. Фото клиента. А, это уже про нас. Персональный тест. А, тест на профпригодность, да, это? Тест на личность, хорошо. Тревожность, злоупотребление алкоголем, клаустрофобия, депрессия и ихтиофобия. Ихтиофобия — это боязнь рыб или подводных пространств, что-то такое. Ньюспейпер, газетная статья. Пациент страдает от детской травмы. Субстанциальных страхов, тревожности, чувства потери. Ну да, потому что к нам в детстве по сюжету приходил мистер Кролик и всю семью нашу расстрелял, поэтому у нас, конечно, психологическая травма. Это, я так понимаю, некролог, да. Потеря чувства реальности при расследовании дела об убийстве. Вызвало необработанные воспоминания. Сложно, сложно, очень сложно. Пациенту будет выписано направление психлечебницы с хорошей репутацией. Флайер. Хорошо. То есть, это уже про нас серия. То есть, в первой серии мы разыскивали Лору сами, как детектив. А сейчас мы сошли с ума, и, судя по всему, мы, получается, психологический рапорт. То есть, мы у психолога какого-то лечимся. И вижу, кофе надо будет приготовить. Да, я же говорил, надо будет вот это поджечь, конечно же. Да? Подожди, а как поджечь? А как поджечь? Не понимаю. Ладно, разберем. Спички, видимо, нужны. Ага. Тут надо будет какие-то предметы сюда накидать, чтобы сбалансировать все эти одинаковые, получается, вот по линиям воду. И здесь, скорее всего, сразу, знаешь, как отражение проявится все, что здесь написано. Окей. И получается, что я хотел? А, да, ножом разрезать рыбу. Рыбу разрезать. Вот здесь вот рыба, по-моему. Да, вот она. Ну, конечно. Составить нужно. Вот сюда. Ну, здесь это, косточки составляем по черточкам. Тут все понятно, логично. Треугольничек. Пусто. И наоборот. Да, все отлично. Треугольный ключ — это для шкафов. Идеально все складывается вообще. Прям все логично и очень хорошо. Это надо наклеить на картину. Вот сюда вот. Да. Ой, а что все куда-то уехало? То есть это надо все вернуть на места. Да это без проблем вообще. Мы там были, мы там все знаем. Мы там, ой, мы там такой живописью занимались вместе с этим Ван Гогом. Так вот... Ой, врагу не позавидуешь. Ухо! Ухо Ван Гога, по-любому. Да, скорее всего, ухо. И, скорее всего, это один из ингредиентов, который надо закинуть в банку. Проверяем сразу. Да.
Что тут еще по логике может быть? Еще тут может быть какой-нибудь рука и мозг. Либо мозг и сердце, либо сердце и нога. Потому что все такие части тела были в Расти Лейк Руси. Это что такое? Так, окей, книга ставится только пирамидкой. То есть на большую книгу меньше пирамидка. Вот эту книгу надо сюда переставить. А как это сделать? Это же так сложно. Хотя нет. Не так уж сложно. Или сложно. Не пойму пока. Нет. Нам надо как-то вот эту книгу сюда передвинуть, освободить ее. А, я понял. Не понял нифига. Нет, понял. То есть по очереди пирамидочку потихонечку передвигаем. Ну ладно, это не так сложно, как могло бы быть. Да нет, это сложно на самом деле. Я, по-моему, сам себя заваливаю сейчас. Я сделал то же самое. Я делаю то же самое. Как-то нужно освободить... Как-то нужно вот эту книгу сюда перекинуть. Ага. 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 Ну все окей. Так, теперь это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Окей, хорошо, ладно, загадка разгадывается, на самом деле это очень радует. То есть, в принципе, это разгадывается потихоньку. Ну, по очереди, да, то есть получается эффект матрешки, эффект пирамидки, и по очереди потихонечку все перекидываем с места на место, и в принципе... Ладно, сейчас разберемся. Вот так вот, сюда, сюда, сюда. Все окей. Это было несложно, но на самом деле это было вообще наобум сделано. Но, тем не менее, мы справились отлично. Смотри, как щелкаем, просто щелкаем. Рандомно, но щелкаем с загадки просто муа, как семечки. The Ultimate Guide to Mental Health. Это ультимативный гайд, короче... Полный гид к ментальному здоровью, да. Джей Эйландер, Джеймс Эйландер, это мистер Сова, на самом деле, если ты не знаешь, потому что в конце его сожгли, и он превратился в мистера Сову. Я уже понимаю, что нужно с этим сделать, и походу это будет моя превьюшечка, потому что нож, мозг, и, видимо, это перед зеркалом придется сделать. Окей. Освободи свой разум. Да, вот так кардинально придется освобождать свой разум. Ну что поделать? Что поделать, это Расти Лейк. Получается, три мозга нам надо найти, окей. Это прошлое, настоящее и будущее. Упорячьте кусочки. У каждого своя роль в игре. 5 писем и 5... Так, вижу сразу уже с часами что-то. Прошлое никогда не мертво. Оно даже не прошлое, это я помню. Это окна на картине. А это мистер Олень. То есть как-то это должно быть связано. Мистер Олень и окна на картине. Пока не вижу связи, но я запишу. Олень. Картина. И по центру у нас часы. Ладно. 5 статуэток, 5 тетрадок. Фотку вижу. Face your corrupted soul. Посмотри на свою проклятую душу. Если мы дадим нож руке, она даст нам сердце. Если мы дадим письмо руке, она даст нам фигурку. Если мы дадим яйцо руке, она даст нам кубик. Отлично, хорошо запомнили.
Пойдем сразу руке отдадим, видимо, нож. Видимо, нож. Кстати, где-то уже такое было, что мы отдавали руке нож, и она нам за это давала сердце. То есть мы предлагаем руку и сердце. Хорошо. Да, давай нож обратно мне. Так, сердечко нужно положить в баночку. Баночка с сердечком, баночка с землицей. Было это уже такое, нет, лишку вот сюда. Это было в Пираты Карибского моря. Так, что у нас еще? Ключ у нас есть. У нас есть ключ, который мы можем открыть вот так вот все. Лупа, лупа, треугольный ключ, в смысле. А, лупа. Я не буду шутить про лупу, потому что эти шутки очень пошлые. А? Окей, нам нужно найти чей-то номер телефона. Johnson's Bird Food Tasted Right for Your Bed. Это птичья еда Джонсона. Rusty Lake Gin Tonic. Это мы уже готовили такое. Rusty Lake Pilsner. Это пивасик, на секундочку. Так. Вода, топливо и ground coffee. Это молотый кофе. Окей, почему ground coffee? Ground coffee — это земельный кофе. Почему молотый? Что написано? Лучшие декорации для замечательного дня рождения. Да, я помню, это дня рождения, оно было не такое уж замечательное. Хорошо, нам надо взять будет где-то, понять, чей номер телефона нам нужно найти. Так, да подожди ты, я хочу... А может быть, надо мне позвонить? Дейл Вандер... Сейчас посмотрим. Нам фото клиента нужно вставить. Отлично. Так, подождите, Дейл Вандермер. Там был такой Дейл Вандермер? Дейл Вандермер. Это на Д, да, или на В? Нет, на В. Ой, лишку. В и КЛМНО ПРСТ. Да подожди. В. А где В буква? Я В букву не вижу. Но это специально для меня лупа сделана, потому что я слепой. А так тут имя сперва, что ли? Окей, надо D, значит, искать. A, B, C, D. Далее. А тут нету. Тут нету Дейла Вандермера. Кстати, есть Джонсонс, вот вижу. Может, какой-нибудь Вандербум? Кто там были Вандербумы? Кто-то же были Вандербумы, я точно помню. Вот, Вандербум, кстати, а. Это Альдус Вандербум, это мистер Ворон. Давайте попробуем его набрать. 367-72. 367-72. 300. Да ты что, 300? 60. 7. Кстати, показываю. 70. Эй, подожди, 70. Вот, видишь, здесь нету. 72. Они здесь появляются. Ага. И? Еще одна цифра должна быть. В смысле? Я что-то не так посмотрел? Где он? Вандер, Вандербум. 367-72. Что такое? То есть это неправильный номер, да? У меня больше тут нет знакомых фамилий. Никаких. Альдус Вандербум. Замора. Это опять какие-нибудь разработчики, скорее всего, все, да? Я пытаюсь знакомые фамилии найти. Эйландер, может быть. Эйландер Д. А кто такой Эйландер Д? Дэвид? А кто был у Эйландеров на Д? Я не помню. 576-71. 576-71. 500. 500.
70. Ай, ручка пишет. 576. А, я забыл. Я забыл. Вот она, память-то девичья, да? Ну, очень много надо информации в голове держать в этой игре. Е, где Е? Эйландер. Эйландер Д. 576-71. 576-71. Ну, у меня пока больше других идей нет, кому можно позвонить. А, 570-76-70. Один. Good morning, the Aylander. Да! Magic show. Магическое шоу Эйландера Д. Доброе утро. Когда вы прибудете? When will you arrive? I'm already here. Я уже здесь. Где? Where? Сейчас скажет сзади. А, у двери, окей, сейчас откроем. Хорошо, сейчас откроем. Что за прикол? Какие... Что за шоу? Здорово, мистер Олень. Это кто-то из Эйландеров, превратившийся в оленя. А кто это был, я не помню. Но тут закрыто. Я что-то все-таки не тому, видимо, позвонил, да? Так, подожди, я вообще ничего не понимаю. Надо, кстати, сейчас что-то с часами сделать. Что-то сделать с часами. Там был мистер Олень на часах. И получается, мистер Олень, он вверху. А картина вот как-то так. Может быть, как-то вот так вот должно быть это? Или на олене есть часы, время, и на картине есть время. Не пон... Ну, что-то в этой книге должно быть. Вот, кстати, еще есть Джейс Эйландер, надо посмотреть. Вот что вот это значит? Вот что вот это значит? Окно и олень. Окно, олень и Джей Эйландер. Давай посмотрим. Ну там больше не было Эйландеров других. Эйландер. Джей причем. Может быть, Джеймс, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, I, J, 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 Джонсон. Ну, нет, тут нету ее Джеймса. Может быть, я не тот номер набрал? 36772. 36772. 36772. Нет, что-то неправильно. Надо что-то понять с оленем и с, получается, ой, что-то ничего не понимаю, и с картиной. То есть здесь должна быть какая-то подсказка по времени. Но здесь нет никакой подсказки по времени. Здесь нет ни точки, ни крестика. Так же, как на олене тоже нет подсказки. Ни точки, ни крестика. Ну, если олень сверху, вот это как-то, то картина как-то чуть левее. Что нам это дает? Вот, то есть оно вот как-то так должно быть. Вот так. Либо вот так вот. Не понимаю, вообще не понимаю. Погодите, о-о, а что так сложно стало резко? Резко стало сложно. Что-то с этой картой... Здесь вот надо понять. Надо что-то понять. Олень и окно. У оленя два рога.
У окна 4 ставни. Может быть, 2, 20 или 4, 20. Ой, 4, 10. Может быть, 2, 20 или 4, 10. Не, нифига не работает. Не понимаю. В смысле, я не понимаю? Я, кстати, забыл про мозг. Я забыл, что нам можно достать мозг. Внезапно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вот, вот так. Возможно, с этим... Я все время перетыкал, короче, но не работает. Возможно, просто нам и не надо с этими часами было заморачиваться. Просто надо было вставить сюда мозги и теперь взять вот эту табличку. Он серьезно пострадал из-за стресса и тревоги. Поэтому теперь он бесполезен. Для полной информации позвоните А. Вандербуму. Я звонил Альберту Вандербуму. Только не говорите, что вот пока я вот этот скрипт не сделал с мозгом, я не мог позвонить Вандербуму. Где он? Он вот здесь вот где-то. Здесь вот он где-то. Вандербум А. Ну, 36-772. Давай проверяем. Вот теорию чисто проверяем. 36-772. 36-772. Детектив Вандермир. Почему? Почему? Если я не достал мозги и не прочитал это на табличке, почему я не мог логично догадаться, что я должен позвонить Альдусу, Вандербуму, мистеру Ворону? Почему его показали в телевизоре? Значит, он замешан здесь в чем-то. Алло. Меня зовут Олдус Вандербум. Я знаю, ты мистер Ворон. Что вы можете рассказать? Вы ищете новый мозг? Думаю, да. Я уверен, новый разум недалеко. Где мне искать? You have been looking before. Вы уже искали. Что вы имеете в виду? Watch yourself. Посмотрите сами. Канал 412. Окей, говорит нам детектив Вандермир. Дейл Вандермир говорит нам 412, да? Я запишу 412. Блин, не пишет 412. Точно 412? Подождите. Я забыл. Короче, по-моему, 412. Да, ладненько, давайте будем звонить в следующей серии. А пока подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Не забывай подписываться на стрим-канал, там вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. Приводи друзей и подруг на канал и пиши в комментариях свои игрушечки для прохождения. Мы их обязательно пройдем. Самые интересные, самые веселые, самые классные. И сейчас, скорее всего, будут помехи, поэтому я отойду от телевизора. Все, ребят, с вами был Бояра, канале, и пока-пока.